Сфотографируйте в скафандре. Нет, не полезете. Подходите, посмотрите. Ой. Видите? Ага, класс. Спасибо. Очень интересно. Также у нас представлена видеоигра, с помощью которой вы сможете вывести спутник на орбиту. А ровно через 20 минут нас посетит очень интересный гость. Александр Сергеевич Попов. Это ведущий преподаватель Бауманского института. Он расскажет вам про современные летательные аппараты. И надеемся, что немного расскажет о том, как они будут выглядеть в будущем. Всех с Новым годом! Приглашаю вас полетать. Настоящий действующий прототип спутника, который в данный момент разрабатывается студенческой организацией МГТУ имени Баумана. Итак, что же это у нас такое заслуженное? По своей сути, это первый спутник, предназначенный для межпланетных перелетов и работающий на технологии солнечного парусника. Вот эти наши солнечные паруса. Что же такое технология солнечного паруса? Все мы с вами знаем об обычном морском парусе, когда у нас корабль расправляет паруса, дует ветер, и под действием только сил природы корабль стремительно несется вперед. Не используя ни двигатель, ни топливо, только силу ветра. Тут используется тот же самый принцип. Только вместо ветра классического, потому что в космосе у нас вакуум, там у нас ветра нет, используется ветер из высокозаряженных, высокоэнергетических солнечных частиц, которые испускает Солнце. Мы разворачиваем вот этот парус. И несмотря на то, что лодки все тут такие маленькие, каждый из них будет по 160 метров длиной, это примерно как отсюда. Ну вот до того здания. Это вот примерно одна лопасть будет такая вот. А габариты спутника сохранены. Вот. А как проходит у нас программа полета? А, еще парочку слов. У нас парус будет состоять из двух поверхностей. Первая из них это будет зеркальная поверхность, другая будет черная поверхность. Как только вы пойдете в школу и будете изучать физику, вы узнаете, что зависит от того, как, на какую поверхность попадает частица, зеркальную или черную, она разную силу придает парусу, и эта сила результирующая направлена под разными углами. Что нам это дает? Это нам дает возможность маневрирования на орбите. То есть, изменяя плоскость паруса, мы можем маневрировать аппаратом, что позволит отправить нам его к другой планете. Дорогие гости, у нас продолжается наша викторина. А самый главный плюс солнечного паруса в чем вас состоит? Я надеюсь, что солнечный парус быстро на него позволяет, позволяет отказаться нам полностью от двигательных установок, от баков. А это очень существенно, потому что ответьте нам на вопрос, космических аппаратов около 40% всей массы занимает планета, есть колыбель разума, установки, топлива и так далее.
Тут же у нас всего лишь только два маленьких двигателя. Кто сказал? Сейчас расскажу, для чего они нужны. Итак, мы запускаем аппарат. Циолковский. Давайте так, посмотрим. Мы запускаем аппарат. Действительно. Аппарат у нас открылится от спусковой платформы и закручен понятным образом. Нам надо его стабилизировать, чтобы парк не выкручивался, ничего не делал, а ровно стоял и был направлен к солнцу. Для этого мы его стабилизируем с помощью так называемой эффекта гравитационной стабилизации. Это гравитационной штанги. Они выдвигаются каждые на 10 метров. Протон был открыт почти 90 лет назад. Тут двигатели будут стоять еще аккумуляторы, солнечные панели, они такие тяжеленькие. Раздвигаем их в стороны. У нас аппарат поддерживает все притяжение Земли, стабилизирует. Все, он больше никак не болтается, он спокойно летает по кругу в орбите. Все. Плать там по 1930 году. И ответ на этот вопрос, правда, уже целых 3 дня. Всех вас с новым 2020 годом. Давайте посмотрим следующий вопрос. Правда ли, что в настоящее время Плутон признан карликовой планетой? Нет? Нет, наверное? Давай точнее. Если вы никогда не пробовали, обязательно попробуйте кататься на сноуборде или горных лыжах. Это очень интересно. Думаю, обязательно каждый человек в своей жизни должен попробовать. На завтрашний день. Успейте записаться на наши мастер-классы. Их любят все, их хотят все. А почему? Потому что это не просто мастер-классы. Это взаимодействие с роботами, самими, что ни на есть, настоящими роботами. Промышленными роботами. Также есть робот-автомобиль.
Если вы еще не купили сувенир на Новый год, вы можете его собрать собственными руками. Почему все записываются? Потому что это все бесплатно. Потому что Новый год, ребята, у нас Новый год. Все должны радоваться, все должны танцевать. А потанцевать можно справа от нашего шатра. Каждые полчаса проходит шоу роботов-танцоров. Здрасте. С Новым годом. С Новым годом. Актуально ли ты не заехал? С Новым годом. Если кто еще не знает, записаться на мастер-класс нужно у девушки с красной папочкой. Девушка с красной папкой, она также еще и в черной куртке, с зеленой подсветочкой. Вы ее точно найдете. Если она повернется к вам лицом и вы увидите на ней косички, то вы точно падаете. Не путать папочку с мамочкой, это папочка красная. Всем доброе утро и с наступившим Новым годом! Приглашаем к нам в шатер погреться и дойти до мысли, что нужно записаться на мастер-класс по управлению промышленными роботами или же сборкой собственного робота. Или же, если вы не успели купить сувенир на Новый год, вы можете его собрать своими руками. Сувениры сами собрать следующее. Внимание, сложные слова. Гармонический элемент. По проводникам, которые доходят до ключа, от ключа дальше идет до светодиода. Вся эта вместе конструкция из себя представляет снеговичок, либо елочка. Соответственно, они светятся, потому что там светодиоды. Из ныне присутствующих в шатре, кто мне может сказать, для чего нужен светодиод? Точнее, что он делает и чего он не делает? Нет, Серёжа, к вопросу. Ну, я хотел просто делать, не обязательно света. Я вижу, что вы знаете ответ. Я не говорю. Ну, это единственное, его отличие от обычного диода. А в принципе, диод для чего нужен? Что он делает? Светодиод? Только в одном направлении. Соответственно, перемены только он в обратном направлении не придет. Это как обратно... Обратный компас.